Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Марина Джала. Глядіть у гэтым випуску. Час вилучатися. Стартував черговий етап кампанії по виборах депутатів місцевих советов. Понтонная переправа готова. По новому мості праз Прип'ять можуть рухатися усі види транспорту. Новогодні пригажуні лясгаси регіона нарихтували для реалізації більше як 14 тисяч живих єлок і соснов. Битва роботов. У Гомелі пройшов открытый турнир по робототехнице «Аксиома». А зараз об гэтым и іншым больш подрабязна. Беларусь повинна максимально використовывать магчымасці по развитию лічбавой экономики. Об гэтым президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сёння на нараде по проекте декрета об развитии лічбавой экономики. На ей были запрошены как отказные державные особы, так и вядомые представники IT-супольности. Александр Лукашенко означил, что предмет размовы вельми актуальный и вельми масштабный. Однако еще несколько годов тому никто не мог и уявить, что отповедные пытания настолько предметно будут обмерковываться на узровне президента. Айчинной IT-сферы необходимо надать новый импульс развития, как здольные люди могли тут у полной меры реализовать свои махчимости, означил Александр Лукашенко. Беларусь повинна оказаться реальным центром притяжения для талиновитых людей, поспяховых компаний, международных корпораций. Наша краина мая все шансы стать как минимум региональным лидером у развития самых передовых напрямков, упевненный белорусский лидер. У проекте декрета об развитии лічбавой экономики собраны идеи как белорусской IT-супольности, так и сусветный опыт. У Беларуси распачалося вылучение кандидатов на выборы у мясцовые советы. Претенденты могут сбирать подписи, вылучаться от политических партий або працовных коллективов. Параллельно до 14 снежня Центральная комиссия протягивает принимать документы на регистрацию инициативных групп. Нагадаем, выборы у мясцовые советы депутатов пройдут у Беларуси 18 лютого. Дотерминово можно будет проголосовать с 13 лютого. До інших тем. Згодно з рашэннем, прынятым на пасяджэнні Республіканскага штаба па надзвычайных сітуацыях, праз раку Прыпяць у Жыткавіцкім раёне арганізавана пантонная пераправа. На некі час яна заменіць аўтамабільны мост, які прызнаны небяспечным. На мінулым тыдні на ім з'явілася трэшчына, у выніку чаго дарожнае палатно стала непрыдатным для эксплуатацыі. Арганізацыі руху на гэтым участку пацікавіліся нашы корэспандэнты. Рух транспорту по понтонным мосте праз Прыпяць у Жыткавіцкім районе открытый 10 снежня. Его наведением занимались взводный отряд подразделения 188-й гвардейской инженерной бригады узброенных сил и республиканский отряд специального призначения Министерства по надзвычайных ситуациях. После установки усіх понтонных секций специалисты замасовали береговые элементы и открыли рух транспорту. У мэтах безпеки людей он будет организован одночасово только у одним накерунку. Спочатку регулировать потоки машин и пешеходов будут супрацовники дзяжаўта инспекции. Потом этот процесс будет ожидаться с допомогой светлофоров. Ширина не позволяет осуществить двустороннее движение, поэтому будет для безопасности, опять же, население будет организовано только в одном направлении. Испытали его с помощью звена, который расположен на кразе, общей массой 20 тонн. Мост выдержал, готов к переправе на другую сторону. По словам специалистов 188-й инженерной бригады, понтонный мост может вытрымливать нагрузку до 60 тонн, что позволяет организовывать рух не только легкового транспорта, але и великогрузов. Это тем больше важно, что у Турове находятся два буйные предприемства – консервовые и молочные комбинаты, а так само великая фермерская господарка Михаила Шруба, где працуя шмат житкаучан. По словам керовников этих предприемств, неких перебоев с обеспечением сыровиной и працовными ресурсами после закрытия автомобильного моста не было. До речи, початковое решение об его ремонте может быть принято уже на этом тыдне. К пятнице будет заключение предварительное, которым комиссия Минтранса уже даст официально. Поэтому пока мы сделали то, что нужно было сделать оперативно. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, телерадиокомпания «Гомель» при допомозе агентства «Теленавин» Житковицкого района. Протягиваем выпуск. Сегодня в Беларуси стартовала доброшинная новогодняя акция «Наши дети». По 10 студеня во всех регионах будут проходить святочные представления. Удельниками станут больше за 15 тысяч детей-сирот, инвалидов и детей, чьи батьки загинули при выполнении службовых обовязков. У Минску на головную елку Украины в рамках акции сберутся больше за 2 тысячи детей.
Неотъемный атрибут новогодних святов – упрыгоженные елки. Больше 14 тысяч древ нарыхтовали для реализации лесгасы в области. Заготовка ожитявлялась с уликом минулогодних потреб. Летось у регионе продали 11 тысяч древ. Елочные кермаши почнут працевать 23 снежня. Новогодние древы будут продавать на 125 стационарных гандлевых пляцовках. Дарэчы, только у Гомеля для гэтых мэт добраупарадкавана каля 10 месцев. Набыть древо можно так само на передновогодних кермашах, которые пройдут на гэтых и наступных выходных на площади Паўстання. А кроме того, их реализация будет вестися непосредственно у лясніцтвах. У среднем елка альбо сосна вышиней до метра будет каштовать от 7 рублей. Древы до 2 метров у районе 9-12. Цена на древы вышиней от 3 метров стартует от 12 рублей. Хотелось бы обратить внимание и жителей Гомельской области приобретать новогодние деревья, специально отведенных для этого местах. За правонарушение, незаконное уничтожение или повреждение древесно-кустарниковой растительности предусмотрено наложение штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин. У Гомельским державным вытворшим лесогосподаршим объединении попереджывают. Позбегнуть отказности порушальникам будет складано. А кроме проведения рейдовых мероприемств, на территории региона будет установлено больше 100 камер фото и видеофиксации. Новогодние святы – час, які многие используют и для туристичных поездок. Хоть доведаться шмат цікавага можно не только у інших мясцінах. Не глядячи на то, что за апошнія стагоддзі Гомель стратил значную частку старожитных будинков, тут и зараз шмат напоминал про историчное минулое. Олег Сентюров потекаюся сторонками городской истории. Гомель, напевно, завсёды был не просто прыгожим городом, але и утульным для життя. Стагоддзі тому, вось по гэтых алеях так само ходили гомельчане, разважали об своем житті и марили о будучине. Правда, об их марах мы уже николи не доведаемся. У 1873 году праз Гомель прокладенные участки Любава-Роменской, а еще праз 15 годов Палецкий чыгунок, с первотворением города у чыгуночный узел поскорился развитие промысловости и гандлю. Пялося добраупарадкаванне, пачалося будаўніцтва водопровода, на вуліцах заявіліся газавыя ліхтары. Па перапісу 1897 года у Гомелі налічвалася каля 37 тысяч жыхароў. Ні аднаго газавага ліхтара до нашага часу, на жаль, не захавалася. Затое засталіся некаторыя тагачасныя будынкі, жаночыя і прахіяльныя вучылішча, па тым часі немаленькая навучальная установа. Цяпер тут другая сярэдняя школа. Яшчэ адзін будынак можна аднесці да прамысловай архітэктуры. Корпус запалкавай фабрыкі Маісея Вітценберга, пабудаваны на праканцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзяў. Яшчэ адзін цікавы будынак знаходзіцца на мэблевай фабрыцы «Прагрэс». У крыху пераробленым выглядзе тут захавалася адна з 26 гомельскіх дарэвалюцыйных синагог. Сюды не толькі не прыводзіць турыстаў, аб гэтай пабудове не шмат ведаюць нават прафесійныя гісторыкі. За мінулае стагоддзе мы сапраўды шмат чаго страцілі, уключаючы прозвішчы людзей, якія ў свой час шмат зрабілі для развіцця Гомеля. Ну, по крайней мере, известны два почетных гражданина – Дребенцов и Федор Паскевич. А насчет остальных, возможно, конечно же, еще были. Но тут нужны научные изыскания. Звание гонорового громадянина и гонорового спадчынага громадянина были затверджаны манифестом Николая I у 1832 году и скасаваны одним из первых декретов молодой советской улады. На врате за 85 годов у Гомеля такое звание отримали только два человеки. До речи, место похования Савы Дребенцова и его жонки Пелагеи, так само гоноровой громадянки, можно убачить и сегодня. Экскурсии по старожитных могилках в опошний час у свете корыстаются все больше значным попытом. У Гомеля, бадай, самые старожитные из тех, что захавалися до нашего часу новобелецкие. Это не просто история, але и великий культурный пласт. Сямейные могилки и помники у виде зломанного древа над помниками людей, которые померли у молодым узросте, неколи все робили у строгой отповедности с тогочасными традициями. Это знак как бы несвоевременной смерти дерева, которое не выросло, которое срублено. Ну, в данном случае мы не можем прочитать, кому именно этот памятник, но очевидно, что здесь тоже похоронен молодой человек, вот жизнь которого просто оборвалась. У свой час гэты цагляный дом знаходзіўся на ускрайку Гомеля, але будавалі яго явно на стагоддзі. Тут жылі наши продкі, люди, якія таксама любілі свой город і думалі аб яго будучыні. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадыокампанія Гомель.
У Гомеля адбыўся адкрыты дзіцячы турнір па робататэхніцы «Аксіёма». Яго правялі ў першыню, аб удзелі заявілі больш як 100 чалавек з усіх клубаў робататэхнікі Гомеля. Самаму юнаму конкурсанту 6 гадоў, старэйшым 14. Турнірнай пляцоўкай стала 51-я гімназія Гомеля. Там побывали и наши корреспонденты. Больше як 60 команд, свыше 100 удельников и только 3 переможные места. Открытый турнир по робототехнице «Аксиома» с первой спробы доказал популярность программования сярод детей. При этом баталии на конкурсной пляцовце были не дитячие. Так, у молодшей взрослой категории удельникам треба было собрать робота, а затем выставить его на рынг супрать іншого. Самый мощный, как правило, и приносил перемогу своему створальнику. Детям основные навыки, вот, которые необходимы, они связаны с IT, они связаны с программированием. То есть это некая инженерия конструирования, а также программирование, потому что робот – это программа, которая выполняет какие-то действия. У другой взрослой категории необходимо было створить робота, який за канат смог бы перетягнуть іншого. Самое же складанное задание чекало старейшую категорию удельников – собрать робота с интеллектуальной программой. Робот повинен был проехать пылную траекторию, при этом одночасово сбирать предметы, пересовывать кубики и навод отрознивать их по колеры. Сами организаторы кажут, что ставили довольно высокую мету, развивающую программование сярод дзяцей уже зараз рыхтовать будущих специалистов высшейшего класса. Прекрасный турнир – замечательная цель. То есть, это то, что создает land value, создает талант. Это очень перспективное направление. Ну, то есть я бы даже уже не сказал, это перспективное направление, это состоявшееся. Юные программисты из Гомеля уже зараз доказывают свою конкурентоздольность на сусветном уровне. Так, гомельские школьники Александр Углик и Павел Титов представили Беларусь на сусветной робототехничной олимпиаде у Коста-Рика. Показать свои здольности яны вырашили и у этом турнире. Дарыча, для Павла Титова эта спроба завершилась перемогой у старейшей узростовой категории. У середней лепшими стали Роман Петельмахов и Ярослав Голубцов. А сярод самых маленьких программистов у успеху досягнули Данила Улановичус и Роман Мягко. По словам организаторов, этот конкурс у будущем станет выдатной пляцовкой по подрыхтовке детей до уделу у республиканских и международных турнирах. Ганна Ковалева, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель». Это крутой турнир! У Гомелі прайшлі адборачныя туры буйнейшых конкурсаў эстрадных выканаўцаў. Вызначыліся артысты, якія атрымаюць шанс прадставіць наш рэгіён на нацыянальным конкурсе маладых выканаўцаў «Маладзеж на 2018», а таксама міжнародным фестывалі «Славянскі базар» у Віцебску. З удзельнікамі пазнаёмілася Ганна Каральчук. На міжнародны фестываль у Віцебску адбор праходзіў па дзвюх номінацыях. Конкурс выканаўцаў эстраднай песні і дзіцячы музычны конкурс. Спевакі прадставілі па дзве песні – беларускага аўтара на беларускай мове і песню на выбар, якая добра раскрывае іх выканальніцкае майстэрства. Для тых жа, хто жадаў выступіць на сцэне ў «Маладзечні», патрабаванні былі іншыя. Тут сапернічаюць толькі дарослыя выканаўцы, якія выконваюць на беларускай мове абедзве кампазіцыі. Сёлета ў складзе журы быў і той, хто сам калісьці прайшоў праз падобныя выпрабаванні. Гамельчанин Андрей Колосов в 2009 году стал лауреатом «Славянского базара» у Витебску. Дети порой гораздо более искренние. Они еще не научились прятать свои эмоции. И во многом ты даже сам учишься у детей вот быть таким же открытым, как они. Очень важен правильный выбор песни. И в том числе, помимо правильного выбора, еще и правильное исполнение. Бывает часто ошибка, когда они берут очень известные песни, сложные по исполнению, но не получается исполнить. В моем понимании, возьмите песню проще, но спойте лучше, чем оригинал. Удел у фестиваля, а тем больше поспяховы, дае выканаўцам путевку на великую сцену. Журы обрало 5 дорослых и 5 юных спеваков. Наступный этап – предоставление видеозаписов двух песен у Министерства культуры, где напроконце студеня выберут по 10 лепших удельников для финального отбора на «Славянский базар». Что тычется конкурсу «Маладзечня», який пройдзе у червені, тут тройка представников нашего региона уже вызначилася. Это Олег Барсуков, Зветки, и две гомельские вокалистки – Катерина Новикова и Таисия Серикова.
Я исполняла две своих песни на белорусском языке. Одна называлась «Колыханка», а вторая песня «Потанцуем разом». Это песня из репертуара группы «Кава», которой я являюсь руководителем. Но вот сегодня я без поддержки своих ребят была одна на сцене. Немножко волновалась, конечно, но как показали результаты, значит, все прошло хорошо. Есть программа целая на белорусском языке, которую мы с группой исполняем, но эти песни как-то ближе всего, наверное, к душе. Андрей Колосов поделился с конкурсантами своими зауагами до их выступлений и дал профессийные парады. Ганна Каральчук, Василий Сіпцов, Александр Харлампов, телерадіокомпанія «Гомель». Гэта і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту вас пазнаёміць Максім Савін.